14 августа 1775 года указом Екатерины II перестала существовать Запорожская Сечь. Такое решение было принято после подавления Пугачевского восстания, так как на землях Сечи проходили антиправительственные волнения. После указа Екатерины запорожские земли раздавали русским и украинцам, а местное население становилось крепостным. Сечь. Сечь, матерь. 14 августа 1941 года главы США и Великобритании подписали Атлантическую хартию. Эта декларация была создана для борьбы с нацистской Германией. Документ состоял из 8 пунктов. В них описывались цели войны и послевоенное устройство мира. 14 августа 1986 года правительство СССР приняло решение о прекращении работы по переброске части стока сибирских рек. Эта идея возникла еще на рубеже 19 и 20 веков. Направление рек хотели изменить, чтобы они текли в засушливые зоны, среднеазиатские республики. Но экологи выступили против. Это могло навредить природе и уменьшить популяцию рыб. А Южному Уралу этот день запомнился следующим. 14 августа 1761 года была задута первая домна на Златоустовском заводе. 1 сентября вступил в строй кричный цех. Таким образом, Златоустовский завод начал свою работу как чугуноплавильный и железоделательный. Хотя указ на владение Златоустовским заводом и на его строительство был подписан 31 августа 1754 года купцам Осоломом выдан. То есть основанием завода считается 1754 год. Но в 1761 году он начал работать как уже завод.